Меня зовут Светлана Донцова, я индивидуальный предприниматель, партнер компании Oriflame Cosmetics. И предпринимателем я стала не так давно, с января 2017 года. До этого работала главным бухгалтером, работала в принципе как все. Начиная партнерство с компанией Oriflame, я развиваюсь как предприниматель. В бизнесе мы с мужем, с супругом. И на сегодняшний день мы активно развиваемся, активно создаем свои команды. Итак, ребят, хочу с вами разговаривать как с предпринимателями. Давайте будем говорить о серьезных вещах. Мы сюда пришли учиться бизнесу, и хочу разговаривать с вами как со зрелыми личностями, теми, которые хотят научиться зарабатывать деньги. Кто такой предприниматель, да? Можете пока писать в чате, можете, в принципе, послушать меня. Предприниматель – это человек, который предпринимает действия для улучшения своего уровня жизни. Согласитесь, это так и есть. Если вы предприниматель, вы предпринимаете действия, вы делаете, вы двигаетесь, вы развиваетесь, вы что-то для себя открываете, какие-то возможности. И если вы сейчас здесь, если вы смотрите это видео и сейчас в вебинарной комнате, значит, вы предприниматель, вы не наемный сотрудник в голове, да? Вы хотите развиваться, вы хотите научиться новому. И, ребят, это ваш бизнес, это ваша ответственность. И если вы пришли в этот бизнес, то вы должны понимать, что есть правила бизнеса, есть определенные правила игры в этом бизнесе, которые нужно выполнять. Одно из правил этого бизнеса – это организация личного заказа. И прежде чем поговорить об организации личного заказа, я хотела бы у вас, у каждого спросить, зачем вы пришли в этот бизнес? Сколько вы хотите зарабатывать? Да? То есть вы должны определить для себя цель, конечную цель. То есть мы движемся с вами от пункта А до пункта Б, да? И вам нужно понимать, сколько вы хотите зарабатывать, зачем вам столько зарабатывать, зачем вам компания Oriflame, зачем вам строить бизнес с компанией Oriflame. И прежде чем вы ответите себе на эти вопросы, вы, конечно, должны представлять, какие у вас должны быть конечные цели, да, то есть вы должны составить список мечт, вы должны составить коллаж мечт, да, прописать все это на бумаге, посмотреть отдельный вебинар на эту тему и понять, что вам нужно от этой жизни. И когда вы поймете, вам не составит труда развиваться в компании Oriflame, вам не составит труда понять, что такое организация личного заказа и что такое делать личный заказ, что это дает, для чего этот товарооборот личный, и для чего товарооборот группы, да? Естественно, по методу сетевого маркетинга мы как развиваемся? Это не секрет, да? Мы развиваемся на личном потреблении. То есть каждый пользуется для себя. И в вашей структуре, когда вы начинаете приглашать людей, люди тоже пользуются продукцией. То есть каждый покупает личный заказ. И когда вы зададите себе вопрос, для чего вы пришли, да, вы... В принципе, сможете легко определиться, что вам нужно от этой жизни. Если вы хотите доход в 10-40 тысяч, отлично, я вас поздравляю, это классный доход, это средний доход среднестатистического человека в нашей стране, да, и я вас поздравляю, вы можете работать на работе и зарабатывать такие деньги. Но если вы пришли зарабатывать как предприниматель и предпринимать какие-то действия и зарабатывать более 50 тысяч, то вы должны ответить себе, зачем мне развиваться, зачем мне принимать эти правила игры, зачем мне получать растущие доходы, зачем мне путешествовать, зачем мне автомобили, квартиры, зачем мне избавиться от долгов, от кредитов и тому подобное. Вот. Если вы все-таки хотите попробовать и такие сами себе сказали, ну я попробую, вдруг у меня получится. Ребят, это не вариант. Вы должны четко понимать, что если вы приходите в бизнес,
вы играете по правилам этого бизнеса. Здесь работает фраза «я пришел делать результат». «Я попробую, не получится». Да? Ну, как вот. «Я попробую сейчас позвонить по телефону». Ну, вот я долго буду пробовать. И, может быть, попробую, а может быть, и не попробую. Также и в нашем бизнесе здесь нужно брать и делать. Да? И, значит, как я уже раньше сказала, вы должны определиться со своими мечтами, вы должны определиться с конечными целями, и вы должны понять, зачем вам это надо. Тогда вы поймете, что нужно вам делать прежде всего. И для того, чтобы здесь состояться, для того, чтобы состояться в компании Oriflame, для того, чтобы стать бизнес-партнером компании Oriflame, вы должны научиться делать три правила. Три правила, они очень легкие, наш бизнес очень легкий, и в то же время он непростой, да? То есть научитесь выполнять три правила. Первое правило. Организуйте личный заказ от 150 баллов и выше, а бизнес-партнеры делают заказ 250 баллов. Да? Ну что такое 150 баллов, согласитесь, это очень мало. Вот. Обучайтесь и создавайте свою команду, создавайте свою сеть из партнеров и потребителей и научите своих приглашенных людей делать личные покупки, влюбите их в продукт, расскажите им о выгодах и возможностях компании, да, и тогда у вас будет формироваться групповой товарооборот, и за этот товарооборот вам компания будет платить деньги. То есть с этим все понятно, да, чтобы стать бизнес-партнером, чтобы начать играть по правилам нашего бизнеса, нужно научиться делать три правила. Они простые, если вы в них разберетесь. И сегодня я буду говорить о первом правиле, об организации личного заказа. Что такое 150 бонус-баллов и как их сделать? Компания Oriflame балл бонуса – это условная единица, которая позволяет рассчитываться между партнером компании и позволяет рассчитываться между компанией, между странами. Да? То есть в каждой стране балл бонуса он стоит разные деньги. Да? А у нас в России определенная цена, в других странах это другая цена, да, в зависимости от того, какой уровень жизни и какая ценовая политика компании Oriflame в этой стране. А для того, чтобы организовать наш заказ, 150 балл бонусов для бизнес-партнера, это 6000 рублей, вы можете применять разные методы, применять разные способы, и для того, чтобы стать участником бизнеса, для того, чтобы стать участником бизнес-партнерства в компании Oriflame, 150 баллов сделать на самом деле очень даже несложно. Вот, ребят, как можно сделать этот заказ? Этот несложный и, в общем-то, за 3 недели достаточно доступный заказ. Купите себе wellness, купите себе novage, разберитесь с этими двумя продуктами. Если вы их научитесь покупать, если вы их научитесь как бы употреблять и пользоваться этими продуктами, то вы научите свою команду. И, безусловно, в вашей команде будут хорошие товарообороты wellness и novage. Поработайте с каталогом, покажите свой каталог, если вы еще работаете на работе, покажите своим коллегам, покажите родственникам, покажите маме, папе, дяде, тете, сестрам, братьям, родственники. У вас в любом случае моются, ваши родственники в любом случае хотят быть красивыми, здоровыми и вкусно пахнущими. Да? Вот, подарите дисконт, помойте 2-3 знакомые семьи, потому что на сегодняшний день по среднему статистическому опросу у нас получается в семье, семья тратит не меньше 1000 рублей на одного человека на то, чтобы купить себе мыльно-рыльные продукты. Да? То есть если у вас есть 2-3 знакомые семьи, которые состоят из 2-3 людей, вы легко и без сложностей сможете организовать свой личный заказ 150 бонус-баллов. Да? И тем самым вы станете бизнес-партнером для компании Oriflame. 2000 на каждую семью, пожалуйста, вы купили себе, вы предложили еще 2 семьям помыться у вас с дисконтом, да, и таким образом у вас идет организация первого заказа, который вам обойдется в 6000 рублей. Вот. И в конце концов дарите подарки.
когда вы становитесь предпринимателем, вы должны научиться правильно относиться к деньгам. Не надо покупать цветочки на день учителя. Купите лучше хорошую продуктовую корзину в компании Oriflame, оформите в красивый пакетик, в красивую корзинку, подарите учителю или подарите на любой какой-то другой праздник своим знакомым и друзьям. Тем самым вы организуете, опять же таки, свой личный заказ. Да? Это вам будет помогать. Итак, ребят, как я сказала, первый заказ, первый каталог для новичка будет обходиться в 6000 рублей. Но с каждым каталогом ваша сумма будет уменьшаться за счет того, что вы начнете приглашать к себе в команду лояльных покупателей и бизнес-партнеров. И таким образом у вас за четвертый каталог ваши 150 бонус-баллы будут стоить вам 2500 рублей со всеми скидками. Скажите, 2500 рублей – комфортная сумма для семьи? Я думаю, что это более чем комфортная сумма, да, которая, в принципе, берет для себя те продукты, которые необходимы каждому человеку каждый день. Это зубная паста, это зубная щетка, это гель для душа, это гель для интимной гигиены, это мыло, это шампунь, это wellness, это новейш. Понимаете, когда вы научитесь покупать у себя в интернет-магазине, вы поймете, что вам эти продукты очень необходимы. Мы не продаем кирпичи в компании Oriflame, мы не продаем металлопрокат какой-то, да, там трубы. Компания продает товары повседневного спроса, и нам легко делать личный товарооборот на нашей продукции. Вот. И для того, чтобы научиться зарабатывать доход от 50 тысяч, нужно просто постараться первые 4 каталога включиться в 3 правила бизнес-партнера, формировать личные покупки, обучаться, приглашать людей. Таким образом, ваш заказ будет обходиться вам намного дешевле. Вот. И там, где вы сейчас покупаете, в Ленте, в Ашане, в Новоксе, не знаю, кто в каких магазинах покупает, в соседнем у дяди Пети шампунь, да, задумайтесь о том, что платит ли вам этот дядя Петя или Лента доход за то, что вы покупаете у него в магазине шампунь. Я сомневаюсь, что вам кто-то платит. Да? Вот, ребят, а люди как мылись, так и будут мыться. Это никуда не деть, да, это процесс, который нельзя и невозможно остановить. Все люди, не дикобразы, не мамонты, все моются. И этот процесс только можно возглавить и управлять этим процессом. Вот. Когда вы научитесь делать 150 бонус-баллов с первого каталога, рекомендовано, да, для того, чтобы вы стали бизнес-партнерами, вы начинаете получать преимущества премьер-клуба, вы начинаете получать стартовую программу, вы получаете подарки от компании, вы получаете бонусы, вы получаете бонус премьер-клуба, вы получаете скидку за все продукты от 20%, да? Вы получаете доступ к предложениям премьер-клуба. Это тоже очень выгодно. Вы получаете 50% скидку на самый дорогой продукт. Можно, в принципе, брать и дешевый, но, как правило, все покупают для себя дорогостоящие продукты. Я лично для себя покупаю сумочки. У меня их очень много, но я люблю, на самом деле, продукцию компании Oriflame. Если вы делаете 250 балл бонусов, то, естественно, ваши преимущества только увеличиваются. Только увеличиваются, и вам нужно с этим разобраться. И на самом деле организовать личный заказ в 150 или в 250 балл бонусов легко. Вы можете управлять, даже если вы не делаете wellness покупку, да, или там на wage покупку, не покупаете себе дорогостоящие продукты, вы можете разбить свои 150 балл бонусов на 3 недели, пожалуйста. В первую неделю вы организуете основной заказ, во вторую неделю вы собираете дополнительный заказ, да, и на последней неделе вы уже начинаете работать на будущий период, вы работаете с новым каталогом и дособираете свой заказ. Получается у вас, если разделить на 15 рабочих дней, каждый день у вас будет 10 бонус-баллов. Это очень даже доступно и комфортно и легко, да, если захотеть, если включить предпринимателя. Если, опять же таки, я, ребят, разговариваю с предпринимателями,
Я не разговариваю с теми людьми, которые говорят, я не могу, я не умею, я ничего не знаю, мне стыдно, я стесняюсь показать каталог. Ребят, хотите стать предпринимателями, хотите зарабатывать от 50 тысяч, значит, выходите из зоны комфорта и начинайте играть по правилам бизнеса. Делаем умные покупки. Мы не складируем дома у себя продукцию, да? Однажды, когда я начинала этот бизнес, я пригласила девушку с другой компании, не буду называть какая, да, на букву М. Вот, девушка ко мне пришла, я побежала по моим двум этажам моего дома и начала искать коробки. Где же твои коробки? Вот, ребят, у нас нету склада дома, я покупаю все, что мне нужно на мои 3 недели. Потому что придет новый каталог, и я еще раз сделаю себе заказ, и опять-таки сделаю заказ на 3 недели. Следим за своим здоровьем. Это умная покупка. Так или иначе, вы тратите деньги в аптеках, да, и для того, чтобы вам не уносить деньги в аптеку, а развивать свой бизнес, покупайте wellness, пейте wellness для профилактики, изучите этот продукт, поймите, что он очень необходим для нашей жизни, для нашего здоровья. Будьте красивыми на вэдж, ребят, на вэдж на все категории возрастов. На сегодняшний день я уже практически, наверное, 1,5 года пользуюсь продукцией Novage, серии Novage. Я безумно довольна от того, что я открыла для себя этот продукт. И наверняка, я так думаю, что если бы за 1,5 года я не пользовалась этим продуктом, да, этим комплексным уходом, скорее всего, наверное, я бы выглядела лет на 5 старше. Вот, поэтому, ребят, Novage реально очень крутой комплексный уход за кожей лица. Изучите тоже этот продукт, изучите информацию, факты гордости о компании Oriflame. Узнайте о том, что у нас есть собственный институт исследования кожи. Да? Посмотрите вебинары отдельно на эту тему. То есть Wellness и Novage – это два флагмана, которые, в общем-то, и двигают товарообороты компании Oriflame. Изучите обязательно этот продукт. Естественно, моемся. Вы знаете, за 2 года я не покупаю уже шампуни в каких-то других магазинах. И я достаточно, прям очень сильно довольна продукцией компании. Я покупаю себе шампуни, я покупаю себе полностью все, что я наношу в душе на свое тело. Я все покупаю в компании Oriflame. Вот. И качество продукция очень здоровская, да, то есть цена и качество соответствует. Ну и, как я сказала выше, дарим подарки. Ребят, научитесь дарить подарки компании, продукции компании Oriflame. На самом деле, вам, возможно, покажется, что кому нужны, там, допустим, шампунь или мыло или еще что-то, да, на самом деле, когда вы разберетесь, когда вы подарите, допустим, той же свекрови продукцию компании Oriflame, наберете там, допустим, какую-то корзину, да, там подарите ей лишнюю помадку, там тушь, там, не знаю, крем для лица или там, допустим, ту же шампунь положить, гель для душа, она будет безумно рада. Поэтому, ребят, у нас у всех есть родственники, у родственников у всех есть подарки, ой, праздники, на которые мы должны дарить подарки. И я хочу поделиться своим заказом. Этот заказ я сформировала в этом каталоге, я его делаю в первый день каталога, да, то есть формирую, и мой заказ составляет 250 или больше бонус-баллов, да, то есть я в платиновом клубе, я люблю пользоваться продукцией, я для себя рассмотрела для нашей семьи продукцию серии Wellness и Novage, да, вы видите на слайде в последнем, значит, в каталоге я взяла себе по акции бутылочку Puma за то, что я беру продукцию Wellness. У нас обязательно идет подписка Wellness Life Plus для меня, для мужа. Мы берем витамины маме. Значит, я покупаю мыльно-рыльные, да, те необходимые продукты, которые мне нужны на 3 недели. И я, как девочка, покупаю для себя, допустим, как вы видите на слайде, сережки взяла по акции и взяла себе декоративную косметику, новинки. Поэтому, ребят, согласитесь, каждая девочка хочет быть красивой и здоровой, и хочет, чтобы ее семья хорошо тоже выглядела и была здоровой. Поэтому организовать свой личный заказ в компании Oriflame очень просто.
Я еще раз говорю, мы не продаем кирпичи, да, для того, чтобы их складывать в квартире. Вот, ребят, давайте сейчас поговорим, опять же, повторюсь, как с предпринимателями, как с бизнес-партнерами, и давайте рассмотрим такие варианты, как можно выгодно построить бизнес, да, то есть на чем выгодно строить бизнес. Если мы будем в компании как бы рассказывать своим партнерам, своим приглашенным людям о декоративной косметике, да, допустим, либо о аксессуарах, то, ребят, согласитесь, это будут, ну, как бы, скажем так, очень дешевые ваши товарообороты, потому что если вы научитесь рассказывать про продукцию Wellness Innovation, да, как я выше сказала, вам легко будет делать такие товарообороты, за которые вы научитесь получать от 50 тысяч. Допустим, давайте возьмем и рассмотрим подписку Life Plus. Возьмем подписку Life Plus Wellness, своя жизненная энергия, да, пожалуйста, два продукта покупаете, у вас уже 100 бонус баллов, да, уже. И, допустим, себе прикупили еще что-то, там, декоративную косметику или помыться, да. У меня вот, допустим, каждый каталог, две идет подписки, правильно, Оля, у меня тоже две подписки, мужу и мне, вот, и у нас Life Plus просто не прекращается. Мало того, что мы получаем скидку 20% как зарегистрированные пользователи, мы еще получаем дополнительную скидку 30%, потому что наша подписка не прекращается. И либо рассмотрим подписку «Твой идеальный вес». Она 151 бонус балла. Да? Если вы расскажете и покажете на себе, на своем примере, на своих эмоциях 50 людям, просто-напросто, даже 50 людям, не говоря уже о бизнес-партнерах, просто 50 человек расскажете про подписку Wellness Life Plus, ребят, вы уже будете иметь товарообороты директора. Товарообороты директора, которые вам дают тот доход, к которому вы хотите прийти, придя сюда бизнес-партнером. Да? То есть от 50 тысяч вы начнете зарабатывать, если научитесь грамотно и всем людям без исключения рассказывать про преимущества Wellness. Да? Также смотрите, ребят, даже если рассмотреть наборы на Veg, смотрите, есть даже градация, компания за нас все просчитала. 46 наборов в вашей структуре покупают на Veg, да? То есть 46 человек, пожалуйста, у вас уже директорская организация, да? Директорская организация, которая дает хороший доход. Надо только с этим разобраться, надо только научиться говорить о выгодах и преимуществах. Итак, ребят, я хочу подытожить мой вебинар. Я хочу вам сказать о том, что если вы хотите быть предпринимателями, если вы хотите играть по правилам этого бизнеса и принимать условия этого бизнеса, научитесь делать три правила. Эти три правила делать несложно. Самое главное, отнестись к бизнесу серьезно, отнестись к своему развитию как предпринимателя серьезно. И все определяет ваше отношение. Если вы с самого первого дня отнесетесь серьезно к организации личного товарооборота, вам не составит труда рассказывать, как легко и просто делать личный товарооборот. Ребят, все всегда бывает как бы в первый раз и бывает иногда даже страшно. Да? Мне тоже было страшно когда-то показать каталог на работе. Но если вы хотите чему-то научиться новому, вам нужно брать и делать. Первый шаг, второй шаг, да. То есть первый раз показали — сложно, некомфортно. Второй раз показали — сложно, некомфортно. Третий раз вам уже нормально. Вы уже достаточно легко и просто общаетесь и показываете им каталог. Поэтому, ребят, все определяет ваше отношение. Начните относиться серьезно к бизнесу, и бизнес отнесется серьезно к вам. Вот.